Всем привет! Вы на канале Сурусуром. Сегодня у нас будут новости и обновления на 1 октября. Но для начала мне хочется вам рассказать о магазине-партнере игры SmileOne. Теперь для пополнения своих камней вы можете использовать данный магазин. Он предлагает вам также возможность пополнения драгоценных камней друзьям. Да, теперь вы можете их дарить. Магазину не нужны ваши данные, лишь ваша ID. SmileOne очень надежный партнер. Данный магазин также работает с такими играми, как Mobile Legends, PUBG и многие другие игры. Пополнять счет в игре стало еще удобнее. На данный момент в магазине доступен способ оплаты через электронный кошелек WebMoney. Сейчас я вам покажу, как все работает. Мы выбираем свой Dance, далее наш сервер и вводим ID. Это все, что требуется от игрока. Выберем нужный нам пакет. Я выберу этот. Все они у нас бонусом первого пополнения, даже если в игре вы уже его использовали. Выбираем способ оплаты, оплачиваем и готово. Мы приобрели драгоценные камни. Точно так же мы можем пополнять счет своим друзьям, просто используя вместо своего ID, ID своих друзей. Ссылка на магазин в описании. Обязательно переходите, покупайте, дарите друзьям. Ну а теперь переходим к обновлению. Будет добавлено следующее. События ежедневное пополнение. События награды за события общие расходы. События распродаж с ограниченным сроком действия. События награды за события общие траты. События набор для продажи. События подавления ежедневных список событий. События опыт приумножен. Ну и конечно же новый наряд. Уже с первого взгляда могу сказать, что наряд шикарный и он мне нравится. Он в восточном стиле сделан у нас. И сейчас анимацию посмотрим. Боже, она прекрасна. Тоже долгая анимация. У нас данный наряд, скорее всего, будет в яйце. Точно сказать не могу. Вот такой наряд. Мне очень нравится прическа. Мне очень нравится платье. И мне очень нравятся эффекты. Также у нас здесь есть крылья. Снова нетипичные крылья. В последнее время только такие у нас и добавляют. И они просто шикарны. Мне они очень нужны. Вообще, мне теперь нужен этот наряд полностью. Я обязательно постараюсь выбить. Наверное, на одном из стримов. Все, что я могу сказать, это что он очень красивый, и теперь он мне очень нужен. Наверное, это один из моих любимых нарядов Sweet Dance теперь, потому что мне вообще нравятся наряды в азиатском стиле, в подобном стиле. Здесь также у нас есть лицо, а лицо мне обязательно нужно. Посмотрим чуть-чуть поближе. Оно шикарное. У меня других слов нет уже просто к этому наряду, к этому лицу. Оно мне нравится. Мне вообще все нравится на самом деле в этом наряде. И крылья, и транспорт, и сам наряд. Наверное... Один из самых удачных сочетаний Sweet Dance. И посмотрим на парня. В анимации он пьет чай, надеюсь. Прям из чайника. Ух, да мощно, конечно. И вот такой наряд не менее шикарный. Мне тоже очень нравится. Мне нравятся длинные волосы у парней. Я уже говорила об этом. И здесь они присутствуют. Это уже плюсик. Наряд здесь тоже шикарный. Опять-таки, мне нравится... Наряды в таком стиле, в традиционном, в китайском. И здесь он есть, этот наряд. Тем более еще и на парней. Это прям... В последнее время я сочетаюсь с новеллами, и для меня это прям отрада для глаз. Здесь также транспорт точно выглядит точно так же. И, конечно же, у нас здесь лицо. Посмотрим мы тоже его немножечко поближе. Рассмотрим повнимательнее. Мне оно, в принципе, тоже нравится. Тоже все хорошо сделано. Довольно удачный наряд, я не устану это говорить. И, в общем-то, вот такое обновление у нас завтра будет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь.